Итак, прошел год, почти год, с тех пор, как мы писали вторую часть «Немцы против японцев». И наконец-то у нас есть валящие японцы. Ребята, вон их там множество просто. Они приехали из Железногорска специально сюда, чтобы порвать «Шкоду» и «Гольфа». Как бы я вообще приехал, смотрел ваш канал, да, изначально, и видел, какие синие «Октавия РС». Приехали у нас замечательные просто тачки, это легендарные. Mitsubishi Lancer Evolution 10, вот он на заднем фоне стоит. И легендарный Mark II. Сейчас весь Владивосток просто встал со своих стульев и хочет сказать, что же там за мотор. Там 2GZ, ребята, 2GZ на большой турбине. Сейчас мы подробнее об этом всем расскажем. Короче, вагодрочеры смотрят на этот огромный мотор, на то ведрище, которое там стоит, и понимаешь, у них это не влезет даже в салон на задний ряд сидений. Так вот, давайте о конфиге. Сейчас ребят разгоним. Ребят, мотор большой увидели. Даже не мотор, турбо здоровый. Давайте про конфиг прочитаю чуть-чуть с листика, потому что информация для меня новая. Здесь стоят тысячные форсунки, мозги AEM Infinity. Также здесь стоит турбина Precision Turbo 62-66. Это дорогая, хорошая турбина, на втулке она тут. Валы стоят Grand Crover. Голова доработанная. Там миненные тарелки клапанов, что-то еще. В общем, серьезный подход к тюнингу автомобиля. Давление на турбине 1,2 бара. Владелец говорит, сильно пока не дую, привыкаю. Мощность автомобиля 450 сил на колесах. Сегодня он будет кататься с нашим гольфом, у которого мощность на колесах составила 320 лошадиных сил. Стоит малюсенькая К04, малюсенькая по сравнению вот с тем ведром, которое там под капотом. А теперь пойдемте смотреть на Эвик. Я вообще фанат эволюшенов, особенно девятых. Вот. Я очень хотел купить, но мне не хватило бабок. Давай про конфиг. Давай. Что с конфиг? Пуск АЕМ. Коллектор выпускной. Выпуск титановый. Там и сток турбо. Что еще? Насос стоит Вальбро. Только не помню, 400, то ли 450. И форсунки, и все. Какая мощность? 300, стенд показал 393. 393 силы на маховике. Сколько дуешь? Бар? Да. 5. Бля, ну, наверное, нет. Наверное, около 7, что ли. Я не помню, честно, вообще. Не, на сколько ты бар дуешь? 1,8. Я еще не знаю, настраивался на стенде. На 1,8 где-то. У меня же не дальше ничего нет. В общем, 1,7, 1,8, да. 1,7, 1,8. Сколько пробега на машине? 116 тысяч. Ничего не ломалось? Ну, SST, когда не умел пользоваться, грелось. А, SST перегревал, понятно. SST, там вафа. Вот у нас сегодня были заезды как ходом, так с места, и с места даже с газа, просто без ланч-контроля, вот именно для того, чтобы посмотреть, что как едет, чтобы не перегревать лишний раз коробку. Со Шкодой. Не сказали, что там будет? Мне сказали, все потом. Типа сюрприз друг другу. Офигеть! Третий стейдж. Да. 380 сил примерно. Ну, здесь тоже 380. Шкоду дернул Эвик на кузов с места, но у Шкоды есть одна большая проблема. Называется она прошивка от E-Tuners. Машину нельзя крутить дальше 6000 оборотов. Потому что потом она просто выпадает в аварию и становится атмосферной. Привет Руслану E-Tuners, передаем из Белгорода.
хватит оправдываться. Нет, я стебу жесткий человек. 30 человек видели, как... Не, все нормально, она проиграла, вопросов нет. Ты сегодня не такой грустный, как вот видео с камеры 3.5. Не знаю, ну суть в чем, мы показали, что оно как, а там... Ты прямо расстроился, как за родную Ауди. А, когда я на Мерседесе... Да, ты вообще был очень грустный, расстроен. Я по секрету сейчас расскажу, а Мерседес был шитый. Мы это узнали уже вообще потом, он реально был шитый, стоковый Мерседес едет сотню 8 секунд. А ты найдешь себе силы признать, что Камри все-таки есть? Печаль. Камри? Я ничего не буду говорить про Камри. Мне плевать уже хочется от Камри. Ну, с Лансером? Тяни канал. Ну, на мне только весь канал. Шкоды быстрее. Побыстрее, чем у нас. А кто поедет вообще? А ты колеса выгнешь? Не, пусть уже. С балластом поедешь? Да, да, с колесами. Сколько сил? 450. Стендовый? Да. С кем я еду? Со Шкодой, с этой же. С этой же Шкоды? Мы его просто хотим отпустить, он спешит. Испытываешь какой-то трепет. Уважение к соперникам. А в глазах страх читается. В глазах, да. Не, ну Эрик выглядит устрашающе. Он когда приехал, тут у Игоря руки начали трястись. Андрей вообще не поймет, что делать, какие кнопки нажимать. И Андрей вообще на панике сидит. Да. Говорит, я то ли домой, то еще куда-то. Марк, конечно, нормально. В общем, с газа у них не получается ездить, им надо всем с ланча кататься. Не получается, они же Шкода проиграла или что? Нет. Не получается, но в плане того, что с газа оно странно реагирует. Ты бывает нажмешь в пол, а оно может отреагировать чуть ли не через 2 секунды. Вот на Evolution еще что-то подобное произошло. Он прям реально встал на старте, когда Шкода уже начала ехать. Сейчас они вернутся, будут ехать с ланча. Это более правильно. Все, не возвращаются, сразу едут. Много разговоров, мало заездов. А аккумулятор у меня, видите, уже 84%, это последний остался, все. Да не получилось с ним. Давай, сланч! Готов! Готов! Короче, надо ходом кататься. С места, кто раньше нажал, тот и уехал. Нет, Эвик сначала отстал, потом он начал нагонять Шкоду, но до финиша вроде не успел. С квадрокоптера было очень непонятно, там либо вот так вот, либо вот так. Поэтому будем смотреть с GoPro уже потом при монтаже. Это
Реального преимущества ничего не видно. Плюс-минус ровно. Спасибо, ребята, что с Курска. Наконец-то приехали едущие японцы. Потому что у нас с этим прям плохо. Как ты правильно GoPro ставишь, да? Прям предусмотрительно. У тебя марка большая, мощность, он сильно буксует, хоть у него и широчущие колеса. Я точный конфиг не помню, владелец вкратце сказал, у него что-то аналогичное 32-му Гаррету. Потом мы именно у него спросим. Evolution у нас Stage, так, ну это не Stage 2, ну у нас это Stage 2 в сопле просто. Форсунки, турбина родная, там все накручено, наверчено. Я очень доволен, что спустя почти год мы можем снять финал видео «Немцы против японцев», который наконец-то с едущими японцами. Потому что у нас в городе, ну, печаль. Марк четкий, да? Приятно сейчас надухманюсь, тут вообще будет отлично. Привык к да? Не, сейчас у бензинчика надышусь, мне весело наконец-то станет. У тебя на нормальной машине прокатывается. Блин, я на Веросе катался. А тут некуда ремень ставить. Это да. Удачи тебе. Как шансы оцениваешь? Шансы? Ну вообще иллюзий не питаю. И Марк быстрый, да? Марк на валах, какой-то гибрид, сказали, там 35-й, не 35-й Гаррет. Объективно он едет быстрее меня. Догнать, он просто провалился. Турбина большая, он был не раздутый. Если сейчас поедем в сотни, то со 100, я думаю, он меня обойдет. Слушай, ну поздновато, мы тормозим, страшновато мне. Согласен.
Капот закрыт? Только без фанатизма. Пусть тачка уедет немножко. Поехали потихоньку. Будет длиннее, он сделает, Гольфа. Конечно, сделает. Он и в тот раз в конце мне даже начал говорить. Да, 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 конечно, сделает. Его не хватает, она на втулке с фулбу ходит очень поздно. А эти крутятся, видишь, получше нам. Нет, а мы ж ездим, разворачиваемся в обратную сторону. А я понял. Нормальные ребята, а весомые, ощутимые конкуренцию создали. Evolution хорошо подготовлен, и ходом, и с места едет интересно. Интересно так ездить. Надоело тебе с овощами гонять, да? Ну, не то чтобы с овощами, но вот. Наши японцы не хотят гоняться. Ну, или не хотят, или не знаю, в чем причина. А эти ребята достаточно адекватные, приехали, кто как может. На чужой трассе, так сказать, показали достойный результат. Таких марков у нас нету, да? Я лично не знаю, может есть. Но Evolution точно нету. Если ехать километров там до 300, я думаю, Марк, конечно, догонит Гольфа, но у нас негде так есть. По итогу, после заезда, Гольф подпроехал Evolution. Evolution у нас Stage 2, как я говорил, такой жирненький, 400 сил. Гольф у нас на стенде показал 360, если я не ошибаюсь, у нас в городе на диностенде. У него стоит К04, обычная настройка EPR и механическая коробка передач. В итоге, что Гольф стоит в таком состоянии, примерно около миллиона, наверное, рублей, что за миллион можно купить Evolution. Вопрос в том, как купить живую. Эти машины можно найти на Авито.ру и проверить их с помощью автотеки. А что самое главное, вы с помощью автотеки проверите ее историю. То, насколько она там была битая, сколько реально пробега, сколько владельцев и так далее. Но с помощью точки сделки вы можете проверить также техсостояние этих автомобилей и купить уже либо живой Evolution, либо живой Golf. Тут уже вам выбирать. Я когда выбирал себе Audi, я смотрел Evolution, 10, 9. Блин, они, конечно, немало стоят, очень немало. Golf подешевле все-таки будет. И вот, что самое интересное, количество владельцев. На Golf их будет 2-3. На Evic или Subaru STI их будет 10. Ну, опять же, они чуть постарее, хотя, в принципе, 10-й Evolution не такой уж старый. В свое время это была прям легендарная тачка. Вот владелец подошел, ты нам расскажешь про конфиг? Конфиг Evolution? Да. Мы вообще общались, вот я недавно смотрел на Авито с Subaru. У них у всех почти по 11-12 владельцев. Эвики также перепродают сейчас? Нет, Эвики, они как по качественнее, чем Subaru. Да. Subaru обычно купили полгода и продал. Ну, мне кажется, это зависит от владельца. Потому что Subaru – это совсем другая машина, которая приносит совсем другие эмоции. А в целом они примерно одинаковые. Ну, похожие эмоции. Ну, да не совсем. Subaru легче. Поэтому вроде как… Я не ездил на Subaru, но как по нас послухал, что рулится лучше Subaru, чем Эвик. Ну, дело, как говорится, каждого. Надо проверять, смотреть, да. Столько мнений.
тебя разок еще ходом уговорил, да? Да, конечно. Я не то чтобы уговорил, я предложил, чтобы гонки шли не по накатанным, как говорится, и подстроенным. Там наверняка кто-то строит на эти дисциплины. Я хочу, чтобы это был нейтралитет, тем более мы гости. Давайте. Поэтому скорость будет 60. Наконец-то мы собрались второй раз. Первое видео вам очень понравилось. Сегодня будет вторая часть. Сегодня у нас приехали японцы, приехали все те же самые немцы. Есть как заряженные машины, так и более стоковые с обоих сторон. Сегодня будем снимать, сейчас коротко пробежимся по автомобилям, по их двигателям. 110 марк, 1 JZ, какая-то гибридная турбина, 0,9 бар буст, правильно все. Ну, соответственно, впуск, выхлоп, все стандартное японское, как все любят. Subaru WRX STI, механическая коробка, TD-05. Никто не знает примерную мощность автомобиля, никто и не говорил, но, видимо, за 400 сил, давление 1,8 бар. Altezza Swap 1JZ, впуск 0,8-0,9, все как у всех, в общем, впуск-выпуск. Вот, наконец-то, стоковый японец, 1JZ с катализаторами. С родным выхлопом, без интеркулера, без впуска, без ничего, родной буст, то есть вот это именно стоковый японец, как он есть. Рядом с ним стоит Галант VR4, мощность, конечно же, неизвестна, буст 1 бар, он именно прошит и настроен, впуск-выпуск, все как, почти все как у всех, кроме прошивки. Вот эта машина действительно прошита и откорректирована программа. Ну и дальше Nissan GT-R, который будет сегодня ездить в полную силу, а не с холостого хода. Чтобы не было потом вопросов, почему у вас не едет GT-R. Вот сегодня он будет ехать на все деньги. Toyota MR2, тут уже достаточно сильный тюнинг, 30-й Garrett, 1,4 бара в пике. Мощность, само собой, неизвестна. Лучшее время машины на сликах и клею 11,5 на квотере. RX-8, Swap 1JZ, впуск-выпуск, все как обычно у нас в Белгороде, по крайней мере. А теперь по вагам. Короче, на этой вчера перекинули мотор с коробкой быстренько. Она позавчера рыгнула. Тут 1,8, DSG-7, сухая, Stage 1, просто прошивка. Дальше Skoda Yeti, который уже все по 1000 раз видели. То же самое, только вчера от официального сервиса меняли полный привод и DSG, который уже меняли в 4-й раз, по-моему, если я не ошибаюсь. По мощности где-то 340 сил, здесь Stage 3, стоит турбина от Golf Air. 3.0, турбодизель, благо он не ломается, но коробка опять миненная, блин, 5-й раз, если я не ошибаюсь. То есть еле опять вчера собирали на сервисе, все просто ужасно. Вроде как даже приехало. Golf GTI, Stage 3, мощность где-то 370 сил. Тут ничего не ломается, он на механике. Audi Q5, Gen 3. Gen 3 вроде как не ломается, поэтому, наверное, тут все не менялось. Мощность 225 сил заводская, прошита до 300 сил, Stage 1 стоит. На машине стоит обычный гидротрансформаторный автомат. Это Audi A7, именно A7, не S7, это именно Audi A7, мотор 300 сил, на который установили два ролика, дроссель. В общем, здесь полный тюнинг от APR уровня, грубо говоря, Stage 2, потому что компрессор-то не менялся, он родной, мощность 500 лошадиных сил. На 7-ступенчатом роботе. Mercedes-Benz GLE 6,3 литра битурбо. Тут все и так понятно. Стоковый. Turbo Jazzed. Все. И хватит. А что тут такого? Ну, руки вниз! А что тут такое?
ТТ-шка будет ехать с холостого хода без ланч-контроля. Заряжен? Нет, сток полный. Готов? ТТ-шка, новая ТТ-шка 16-го года, сток полный, 230 сил, ген 3, двигатель 2 литра. 63 MG, битурбо, мощность не знаю, честно, на память. Против Йетика. Что-то не то. Сейчас мы узнаем, что не то. Я надеюсь, Галант нормально поедет. Ну что, она у тебя не едет? Не знаю. Надо пробовать, я не ездил, не вставал ни разу. Я поэтому ее как бы и делал в серии. В нужные руки. Что у нас? Сток Mark 2? Сток, да. Даже выхлоп слышишь, да? Комфорт, все дела. Говорит. Комфорт не то, что в этой Шкоде, да? Ну ты едешь с ним одинаково. У да, кого время реакции быстрее, тот в принципе. Да. Тут ходом только так. Да. Кто быстрее стартанул. Плюс-минус то же самое. Время реакции, не больше того. Но знаешь, потом тут просто не хватает, тут уже дальше люди стоят. Я уже потом его начинаю по чуть-чуть догонять. И уже думаю, ну вот, сейчас я высуну крыло и смотрю, вот, мне уже надо тормозить и. Короче, вот надо покупать правый руль. Нет, ни в коем случае. Надо делать стейдж 2, стейдж 3. Сколько будет. Тут Галант стоит? 1300? Честно, я даже без понятия. 1300. Может,
дальше. Октавия также стоит. За ручки. Есть, конечно, даже краун снимет. Подойди поближе, ты увидишь символ престижа. Ничего себе, вместо тахометра, знаешь, какой указатель урона топлива. Что за миллилитров можно было узнать, сколько заливать.